то в Крыму все абсолютно спокойно. Никаких конфликтов, никаких вооруженных столкновений на территории Крыма нет. А если посмотреть украинские, некоторые украинские телеканалы, то массовая фальсификация реально происходящих событий на территории Крыма. Отключение этих каналов временное. После проведения референдума и вступления Крыма в состав Российской Федерации эти каналы могут быть аккредитованы в соответствии с российским законодательством и продолжить свою работу на территории Крыма.